Прием, посвященный Дню воздушно-десантных войск, проводится ежегодно. Среди приглашенных – ветераны войны в Афганистане, Чечне, участники других вооруженных конфликтов. Присутствует и молодежь, воспитанники военно-патриотических клубов. Этот род войск принципиально важен для нашей страны, потому что в нем служат самые лучшие, и девиз их «никто, кроме нас». На самом деле все мальчишки, все самые достойные защитники Родины всегда стремятся служить в воздушно-десантных войсках, потому что это надежда и опора нашей страны. А так как Россия великая держава, сильная и единая, мы будем делать все для того, чтобы всегда отмечать этих людей, этих защитников Родины. Участники встречи были награждены почетными грамотами от исполкома партии «Единая Россия» и Союза ветеранов.